преддверии Дня Победы с 27 апреля по 9 мая во всех регионах Брестской области прошли встречи молодежи с ветеранами, воинами, афганцами, героями, современниками. Формат мероприятий «Диалог» состоялась. Подобная встреча и в областном центре Брещины. Тема разговора – подвиг народа бессмертен. Ребята вместе с почетными гостями обсудили вопросы сохранения истории страны, вспомнили героев, которые боролись против фашизма, порассуждали о том, как надо жить сегодня, чтобы быть достойными поколения победителей. Беларусь, как никакая другая страна, понесла в годы Великой Отечественной войны потери, большие потери. Каждый третий белорус погиб. Поэтому это тема, которую действительно мы должны сохранять. Мы должны чтить и гордиться своей историей. И сегодняшний вот диалог это, в принципе, показал, что молодежь, несмотря на то, что много говорится уже об этих событиях, все равно волнует именно личные переживания, личный опыт вот тех уважаемых гостей, наших экспертов, которые у нас сегодня были. И ну, такие встречи необходимо проводить для того, чтобы ни в коей мере не перечеркивалась история. Участникам мероприятия было предложено поразмышлять над тем, как бы они поступили, если бы оказались в роковых сороковых, а также о том, кого можно считать героем настоящего времени. Мнение большинства – подвигу есть место и сегодня. Этот внутренний патриотизм, который прививают к наши родители, наши учителя, он есть внутри нас, пусть мы иногда, ну, как молодежь, немного ветреная, но если бы, не дай бог, настало бы такое времена, такое событие, то, конечно, бы сплотились бы все. О деятельности клубов «Гарнизоны», «Возвращенные имена», а также о творческих проектах, созданных молодыми авторами и исполнителями для увековечивания памяти героев, рассказал первый секретарь областного комитета БРСМ Виктор Иванов. Завершилась встреча демонстрации музыкального клипа «Мы хотели любить». Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БукТВ».